Отец Антоний, расскажите мне об этой замечательной реликвии, пожалуйста. Это мощи, это частичка мощи святого Серафима Саровского. Да. Они здесь, в нашей катедральной собор, от момент, когда святый Серафим Софийский был канонизирован для святой. Это было, это первый святец, который канонизирован от две церкви, Болгарская да. и Русская православная церковь. В память это событие, это мощи были принесены, частичка мощи святого Серафима Саровского были принесены здесь, в Болгарии. А кто их принес? Я не знаю, подарок от Русской православной церкви. А, да, значит, это подарок от Русской православной церкви, да. Они сейчас здесь, но мы приготовили специальное место на центральный иконостас. Да. Они будут поставлены до частичка мощей святого Александра Невского. Да. Они, эта частица подарок от блаженно-почивший патриарх Алексий II да. на этот собор. Да. Ну, очень-очень замечательно, что это у вас есть. И слава Богу, что будет на видном месте перед да. иконостасом. Это как символ такое нет политическое, но духовное ну, конечно. Единство да. наших народов. В 8 декабря здесь мы договорились с послом Российской Федерации Митрофановой. Угу. Будет большая делегация по поводу чествования освобождения Болгарии. И я тогда хотел бы устроить, чтобы академики и министры пришли бы сюда, и как раз будут у вас эти мощи у алтаря, и ага. привести и болгарское, и русское телевидение, чтобы показать все-таки. Это будет. Мы готовы. Мы будем перед декабря. Да, понимаю. Да. Хорошо. Дорогой, наша миссия закончена.